Всем привет! Я хочу попробовать снимать видео почаще. То есть для себя мне интересно, получится или нет. Хочу снимать в течение недели, а точнее в течение 5 дней. И выкладывать видео каждый день. Видео будет выходить немножко с задержкой. Например, сегодня понедельник, а я выложу в среду. И так пойдет, будут видеть до конца недели. Не знаю, что из этого выйдет, потому что у нас папа на работе, Гриша у нас в садике, а мы с Дашей дома. По сути, у нас ничего не происходит, но хотелось бы все равно, чтобы оно было более интересное, видео выходило. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Почему бы и не попробовать нам, да, Дашуль? Дашуль? Дашуля? Дашуля? Попробуем? Булочка моя. Хоть бы булочка. Булочка. У нас сегодня булочка. Это всю ночь проспала. Я прям проснулась утром, думаю, блин, она вставала, я кормила или нет. Она вообще встает по 3 раза, где-то 2-3 раза я ее кормлю ночью. А сегодня она вообще спала, я думаю, все ли в порядке с ребенком. Прям у меня какая-то даже немножко паника была, потому что, ну, такого не было, чтобы всю ночь она спала. Но нет. Ну нет, покушали, встали и дальше маленько спать. Просто ребенок захотел всю ночь поспать, да? И такое бывает, но я думаю, это одноразовое такое. Одноразовое, да? Собираюсь позавтракать, приготовила себе творожок, добавила творог, сметану, сахар и ягодки. Это черная смородина, ну, своя замороженная. На самом деле не очень люблю творог кушать, но у нас домашняя сметана, поэтому прям захотелось. Сделаю сейчас себе еще кофеек. Кто кушает, всем приятного аппетита! Хочу сделать небольшой порядок. Необходимо кровать заправить у Гриши. Какую-то одежду лишнюю убрать, игрушки. Как вчера вечером играл, вот так поставили все. То, ну, в общем, небольшую уборочку сделать.
булочка со мной. Хочу постирать вещи. Черные вещи я уже вчера постирала, сейчас белые и цветные. Белые я уже замочила. У меня здесь футболка одна моя, где-то, наверное, 1,5 года точно лежит, она уже серая, прям надо белить. Перкарбонатом использую, плюс вот кучка, потом постираю, когда. А сейчас я цветные вещи закину. Ну, то есть я уже закинула все, уже и порошок. Надо машинку просто включить, чтобы она работала. Стираю просто на хлопке. И все. Шуль. Шуль. Мы с тобой что будем делать дальше? Пока машинка стирается. На ручках ходить? Любит она у меня на ручках ходить, сидеть. Прям какая-то ручная становится. На ручках. Кстати, нам сегодня исполнилось 5 месяцев. Попозже я ее переодену и хочу сделать фоточки. Каждый месяц я делаю, одеваю белый боди, просто боди без всего, без рисунка. Потом с такой игрушкой она находится. И плюс карточки. Вот такая карточка будет 5 месяцев. Я также сделала с Гришей, с одной игрушкой его фотографировала. Прикольно, на самом деле смотрится потом, когда составляешь фотки на фотоколлаж, да, делаешь коллаж, и прям видно, как ребенок растет. То есть игрушка одна, а ребенок, то есть, меняется со временем. Вот, и с ней я точно так же решила сделать. Сначала я хотела ей не игрушку, а цветок, какой-нибудь любой живой цветок, ну, каждый месяц. В общем, на первый месяц мы купили цветок, а так как был ноябрь, было холодно, зима уже, да, у нас, и цветок у нас замерз. Я думаю, ладно, пофигу, не будем так же делать, ну, с цветами. Будем также с игрушечкой, только просто другой, и все. И потом посмотрим, что, как получится у нас через 12 месяцев. Ну, то есть уже сегодня 5, еще осталось немножко, да? Да, Шуль? Какие тебе игрушки, да? А, что это? Что это? Что это? Давай, сам оденешь? Да. Давай, садика пришел? А ты кармашек. Кармашек. Гриша, ты садика пришел? Да. Вы сегодня гуляли на да. улице? Понятно. Еще одумка. Играли потом? Да, потом играли. Потом играли, понятно. Ты там спал? Да. А кушал? Да. Ну, суп кушал. Суп кушал? Да. Ну, молодец. Давай, давай, штанишь, аккуратно. Не давай, давай, вставай. Мама, мне. Помоги помочь? Ну, вот у тебя все правильно получается. Вот в эту ножку давай. Как мне одеть? Как Ой. Тебе одеть сейчас? Все, вставай. Вставай. Я сама одел. Сам одел? Да. Молодец. А где твоя Даша? Вот там Даша. Ты соскучился по Даше? Да. Ты ее любишь? Да, сильно Дашу люблю. Сильно Дашу люблю. Свиночка. Так, по ней, через нее не ходи. Почему, Даша? Баиньки? Да. На баиньки осел. Так, Анись, тебе такую баиньку. Видишь, аккуратно. Я села на баиньке.
Аккуратно, аккуратно, Гриш. Мне кажется, уже опасные игры пошли. Бабочку.